ребята, сегодня мы будем с вами изучать произведение Владимира Ивановича Даля «Снегурочка». Анастасия Александровна, а Дед Мороз существует? Я думаю, нет. А Снегурочка? Снегурочек не существует. Вы обязательно поверите, вот увидите. Так, все, тема урока следующая. А, знаете, а еще такой фильм? Чья вам так соответствует? Еще фильм такой. Комедия. Там очень смешно. И вам советую. Советую вам. Ах, вот вы где, я вас везде ищу. Ну вот она, Анастасия Александровна, а вы не верили. Оказывается, всего-то надо было верить, чтобы чудо было. Верить самой и вселять веру в других.